Всем привет, с вами Ниагара. Спасибо, что подождали эту серию, потому что я за кадром сделала очень много. Мы тут с черепашкой тусим, видите, на острове. Ты куда? Плавать собралась? В общем, я хорошенечко прокачала нам корабль. Ну как хорошенечко, ну сколько было денег? Денег было у меня много. Я поплавала, посражалась тут, позачищала разные местечки на карте. Собрала сундуки, там, в общем, все такое. Пистолет, по-моему, новый у меня. Ну вот, брала заказы на убийство, чтобы разжиться более-менее там для корабля какими-нибудь новшествами хорошими. Поохотилась. Так что, ребята, я времени зря не теряла. Приветствую. Ну, за пиратскую республику, братья. Мы богаты, свободны, и нас не достать королям, попам и сборщикам налогов. Почти 500 человек присягнули на верность береговому братству в Нассау. Славное число. Да. Но нам нужны надежные укрепления. Напади король сейчас, он нас уничтожит. Так найдем обсерваторию. Если тамплиеры были правы, нас не победят. Опять ты за свое, Кенвей. Это сказки для детишек. У нас серьезное дело. Угнать галеон и все пушки на один борт. В нашей гавани он будет славно смотреться. Будто это так просто, угнать испанский галеон. Есть на примете? Именно. Я покажу, где. Тот еще красавец. Толст и ленив. Захват, говоришь? Ладно, справимся. Так, найти. Найти. Ой, а что так далеко-то? Ага, нам на кораблик надо. Ладно, хорошо. Раз, подожди. Вернуться на корабль, да. Там еще лодок. У галки хороший ход. Отобрал у испанцев, да? Да. В самый разгар страшной бури. Так, сейчас дай-ка я посмотрю, куда нам. Ага. Ну давайте, наверное, сейчас они тут договорят. Я потом доплыву. Ух ты, поохотиться бы, да? Я там копья нам какие-то нормальные купила, в общем, это. А, форт один захватила, вот этот вот. Ну, там что снимать, короче, разбиваешь все укрепления пушки там на берегу, потом забегаешь, убиваешь этих капитанов, или кто там, один или два. Ну и все, собственно. Ничего себе здесь народу. Серебряный флот выбросило на берег. А насчет добычи слухи не врут. Скорее преуменьшают. В тот день реалов затонуло на миллион фунтов. Шторм, забава дьявола. Надо будет понырять там. Посмотрим, что выловим. Славно было бы понырять там как-нибудь и оставить в покое несчастных карибских купцов. Ничего себе! Это нам говорит пират. Но раз такое дело, я поддержу. Прибережем звон сабель для солдат и для всех тех, кто встанет у нас на пути. Так, тихо-тихо, металл. Идем в шторм, капитан! Да? Блин. В общем, ладно, тут, смотрите, там подплывают ко мне. Как-то не хочется пока сражаться. Давайте я доплыву, и если будет что-то интересное по пути, то включу запись. А пока пауза. Так, ну мы почти в зоне уже. Уже Найти. совсем близко. Сейчас посмотрим. Ну, там что, решили напасть на нас, что ли? Осторожней. Неизвестно, что там впереди. Сплошная стена из воды. Вот Не это не трусьте, он? ребята. Справимся. Ну-ка. Море разбушевалось. Да мне надо опознать цель. Вот этот здоровенный, похоже, он и есть. Блин, ну в шторм-то, наверное, сложно сражаться.
Мне ж тут еще надо управлять нормально. Ну вот ты, не ты. За нами корабль, сэр! Линейный корабль, сэр! Да подожди. Испанцы! Он один, сэр! Ну вот же. Вот она. Держите. Вот она. 60-й. Не корабль, а просто монстр. А, да? Нас не должны заметить? Вы что? А как тогда? Ничего себе. А как я должна гаситься от них? Ну? Следуйте за королем. А, хорошо. А просто за ними следовать. Так, осторожно тут эти. Я-то думала, нам его прям надо захватить. Держитесь на расстоянии. Да я вон вижу, что оно даже увеличивается, поэтому... Я потихонечку через бурю. Главное, что у нас меточка стоит. Так. Что мы его не потеряем. А еще надо, чтобы пока мы идем за ним, чтобы ко мне не прицепились другие корабли вон те. В бой меня, чтобы не втягивали. А их вон что по дороге сколько. Вот это волна. Чих-чих-чиха. Ржи. Галка, держись. Так. Дерево, металл. Что, отпустим? Мне не надо как бы сейчас связываться. Видите, я могу упустить нашу основную цель. Это-то потом я могу и сама так поплавать, пособирать. Так, на пути еще один корабль. Ну, может быть, он отвалит. Так, мы начали приближаться. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Шторм прошел, да? Так, волны вроде поменьше стали. 54. Так, 53. А что, они снизили скорость, что ли? А, нет. Ну что, они там далеко еще собрались плыть-то? Это становится скучно. Этих я избегаю. Вот этих вот всяких. Таких беспалевно просто прицепились и сели на хвост. Так они разворачиваются. Нам нельзя сокращать дистанцию. Ну чё? От ветра! Подождите. Надо немножко... Паруса спускать! Убрать гроты! Постоять чуть-чуть. Спустить паруса! Ловим ветер! Угу. На ванты! Живо! Ну вот чем мне не нравятся вот эти задания? Что плывешь, плывешь, блин, 3 дня. 5 сокращаем дистанцию. В крови, нагитовы! Подобрать паруса! Так. Поймаем ветер! Что он уже? Наги кашко, к ветру! Приплывет куда-нибудь, нет? Мы его выследим, потом, наверное, когда они войдут в гавань или там встанут на якорь, надо будет захватывать, да? Я вижу, что сокращаем расстояние сейчас потихонечку. Мы уже тут всю карту проплыли, эй, слышь? Так, ой, там выживший. Ну-ка, к себе заберем. У меня, видите, не полная команда-то. Ну-ка, ну-ка. На борт! Человек в воде! Угу. Себе забираем. Плюс один. Там какие-то вопросики у нас по карте. А увлекательная серия. Шанс, Бэйн. Образчик безрассудства. Твой старый друг? Я не назвал бы его другом. О. Но
Мы долго работали вместе. И я его уважаю. Сбегайте, ядер, блин. Когда вы находитесь под огнем мортир, зона поражения отражается кругом. Ага, вижу. Желтый круг означает, что ядро уже выпущено, а уходите. Когда красный, значит, получили урон. Блинский. Мортиры! А что мне делать? Ага. Сюда, сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Так, вроде сбежали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Такие, чё, жаловалась, что тебе скучно? На тебе. Приключения. Капитан, мортиры! Да, я вижу. Там сейчас оплывем их. Капец мы, да, маневренные. Чарльз Вейн. Потопите, что, 8? Неплохо, совсем Охранить. Неплохо. 8. Сдурели? Ну ладно. Так, этих что-то прям много. Может быть, к тем пойдем вот сначала? Проклятие. Надо быстрее разобраться с ними. Забудьте про Галеон. Отправим этих выскочек в ад. Угу. Ой, не то. Нет! Приготовиться! Так, блин. Блин! Сау! Так, подождите. Где там чё? Ага. Так, подожди, стой. Можем так вот как-то пульнуть у него? Блин! Слева, капитан! Стреляю! Блин! Кто там стреляет? О, мы нагнулись. Ай-яй-яй-яй-яй! Блин! Так, ну-ка. Блин! Так, минус. Сколько там у меня еще? 4. Сейчас. Стреляют! Держись! Нагнулись, все нормально. Нет? Блин! Да блин! Он идет ко дну! Сау! Давайте, пацаны, Сау! Еще! Уходит! Так. Приготовиться! Не, у нас еще нормально по хп-ньке. Ой! Столкновение! Тихо! Блин! Мы держимся! Не попали? Готовы, сэр! Держись! Блин! Он идет как... Так, да-да-да-да-да, идет. Нам самим бы тут еще не умереть. Так, ну-ка. Блин! Все? 7. А, вон он еще живой. Блин! Волна была, не попали. К бою готов, сэр! Сейчас. Блин! Все. Капут. Ну вот это уже весело. Идет к тому острову. Я знаю это место. Природная крепость. Там засел француз, капитан Дюкас. Жульен Дюкас, тамплиер? Звать так, про титул не знаю. Я его знаю. Он вспомнит, что видел мой корабль в Гаване и задумается, кто на борту. Это опасно. Но я не хочу терять Галеон. Подумаем. Может, дождаться темноты и на абордаж? Как Варик. Так, потопите одним залпом. Чего? Нафиг мне такие задания. Так. Капитан на мостике. Угу. Ой, слушай, сколько всего валяется. Дай-ка мы все это соберем. Отдать гроты! По ветру! Бросок петрей! Поднять паруса! Угу. Подождите. Надо подобрать. И вот там еще. 2000 у нас всего-то. Песню запели. Весело что-то. За бортом. Да-да-да. И вот с этой стороны еще. Снаряды заполнили. Так, все хорошо. Что, нам далеко там? Где-то рядышком же он, нет?
Нет? Ух ты, заказик. Там иногда берешь, а вон куда. Тут кораблей много вокруг. Я один такой взяла, мне надо было, короче, контракт на убийство. Капец, как далеко искать. Плавать, короче, искать этот остров, на котором моя цель. Ну ладно, что, я поплыла. Давайте, ребята, скоро встретимся. Подходим где-то близко уже. Ну-ка. Успокойтесь. Начать задание, давай. Приплыли без приключений. Спасла одного этого выжившего у нас, плюс член экипажа. Подобрала там валяющиеся грузы. Господа, как принято в нашем братстве, мы никогда не выполняем слепо приказы одного безумца, но руководствуемся нашим общим безумием. Наше внимание привлек отличный галеон. Мы хотим, чтобы он служил на благо Насау. Итак, проголосуем. Все, кто за то, чтобы напасть на бухту и взять приз, топните и крикните «Да!» Те, кто против, прохнычте «Нет!» Прохнычте такой. Понятно, что всем надо захватить этот клюв. И парламент не бывал столь единодушен. Пираты же, что ты хочешь? Выберитесь из джунглей. Так, что мне туда? Изготовление доступно. Так, улучшение галки у меня, видите. Гарпун 55, отсеки. Улучшение Эдварда. Ремесла. Так, я пошла. Оп! Капитан в море! Да. Тоже прыгайте. Дай-ка глянем, что у нас тут. Дринкс. У меня в самый центр. Блин, а потом там сходить бы, да? Ну, ладничка. Так, ну это вот как-то вот тут наверх, да? Опа! Сундучок. А где ты? Внизу, да? Хм, а может или наверху? Вот фиг поймешь, да? Ну-ка. Вполне себе, может быть, там где-то. Ладно. Так, подожди, я это хочу. Все-таки глянуть. Ну ладно. Понятно. Давай, давай, дальше. Кенуэй. Работай, давай. О! О! Полезли. Так, ну что ж такое-то? Прямо он тут где-то. А я даже его слышу. Наверху, да? Ты почему упал-то? Балда. Как хорошо сидели там. Нафиг ты свалился. Так, ну поскольку я уже слышала его, значит он где-то тут наверху. Ладно, что придется. По новой. Так. Взял, свалился, блин. Поехали. Так.
Наверх? Так, слушай, нам туда, да. Я почему-то думала, он тут может зацепиться, тут же вот прямо в ступ есть. Ну ладно. Нет, так нет. Ма. Бо! Слушай, подожди, на этом же расстоянии, да, где-то? Так там еще высоко лезть. А слышу я его где-то тут. Ладно, блин, что-то непонятно, где он находится, этот сундук. Угу. Все. Перестала слышать его. Черт побери, да где же ты? Сюда не видно. Ну там обычно мало денег. В желтеньком можно собрать там 1500-2000. Ой. Но ты мой. Чего? Мне показалось, он сказал, ну ты мразь. Ты чего? Сколько денег у тебя с собой? Фу. Пули заполнили. Ладно, хорошо. Что происходит? Ага. Ну их двое, чё пофиг. Да. Какая славная добыча. Так. Где-то. А куда он делся? Шел-шел и куда-то исчез. Оп. Чего тебе? Ах, ты меня скинул! Нафиг. Я почти у цели. Пойдем. Так, нам сюда. Опа. Привет! Вы меня не остановите! Я уже иду! Опа! Слушай, опять где-то сундучок. Давай прямо возле него. Вот он. Ну вот когда вот так, тогда понятно, просто найти. А когда не пойми, где он. 290. А, дымовые бомбы, это хорошо. Бомбы мне надо. Мы на месте. Так. А вот и он. Как мне тут надо? Как-то туда, да? Аккуратненько. Так, подожди-ка. Оп! Умер. От депрессии. Так, а что, есть какой-то другой путь? Да ничего не вижу. Ну... Ну-ка, стой. А, нет. Казалось. Так, туда, да? Тогда получается. А он допрыгнет? Нет ведь? Эть! Допрыгнул. Ладно. Прости, что не верил в тебя. Так, и чё? Мне же надо как-то спуститься. Так, ага. Может быть, здесь есть какой-то спуск. Сейчас посмотрим. Я иду-то в ту сторону уже, да? Все правильно?
Так. А здесь тупичок. Не умирай и не застревай. Странно, что такой большой остров, да, и тут не на кого поохотиться. Мужики. Ты пьяный, что ли? Вот этот кругами ходит, по-моему, здоровый. Спасибо. Быстренько. Чик. Угу. Так, там надо. Ага, ага, ага. Тут ничего не видел, да? У костра, который. Он один. Остальные далеко. Что варишь? Нужно попробовать. Что там? У тебя дно горит, чувак. Ничего не приготовится. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Что, палимся, палимся? Ой-ой-ой, народу. Да-да-да-да-да-да-да. И тот меня заметил. Да, я хочу просто пробежать. Я не хочу с вами сражаться. Уйдите. Вы чё, зачем вы это делаете? Свалим, да и всё, да? А, там еще одни. Ну, блин. Ну, блин. Так, тихо-тихо-тихо. Найдите Джулиана. Сейчас найдем. Тут там опять увидал меня. Пацаны! Здравствуйте! Ну что, всех убивать, что ли, теперь? Ай-яй-яй-яй-яй! Не-не-не! Вы так не умеете. Ай, ой, не стреляйте, дяденька. Не надо. Блин. Тихо. Ну что, мне вас всех убить, что ли? Вы что, серьезно? Вас очень много. Они меня убьют. Жаль, а? Ай-яй, ой, ой. Мне, наверное, на корабль, да? Ой, тихо. Так, ладно, они меня хотят убить! Тихо, 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 тихо. Мне бы это, спрятаться и полечиться. Вот что было бы хорошо. Да-да-да-да-да. Вы же меня отсюда не увидите, да? Что они делают? Побежали куда-то. Мучачесы. Слушай-ка, они пойдели-ка нам... Вот сюда. Ладно, потом. Я сейчас хпничку восстановлю. Он на корабле же явно, да? Как вы думаете? А, вон убить. Я его уже вижу. Окей. Что, тут не можешь подняться? Нам надо уйти до рассвета. Сейчас. Где-то же должен быть. Тут зацепочка какая-нибудь. Ну-ка, о! Опа! Так, аккуратно. Вон он шарашится. Что, меня кто-то видит? А, ухожу. Вас понял. Не ругайся. Ну, и все. Все понятно. Тебе не нравится мое присутствие. Ладно, хорошо, хорошо. Не скоро еще вы вновь вступите на берег. О, какая тетенька у них тут идет. Мне надо к нему поближе перебраться. Давай сюда. Ну сюда, вот сюда. Э-э-э,
иди сюда. Помнишь свой подарок? Он ответит за меня. Сукин сын. Наглый, как ядро. Да и ума столько же. Извини, приятель. Но твои друзья-тамплиеры не должны знать, что я еще жив. Мне жаль тебя, Буконьер. После всего, что ты видел, что узнал о нашем ордене, ты так и остался просто вором. А это что? Мелкие кражи — предел твоих мечтаний. Или тебе не хватает ума постичь нашу цель? Мир, где рухнули все империи. Мир, где есть свобода. И нет кровососов вроде тебя. Да горит тебе в аду, который ты создашь своими руками. Отдыхай, дружище, все. Бухта наша! Ееее, такие. Здорово, реально, галеон-то. Офигеть. Ну и что там надо было? Сбегайте стычек, убейте в воздухе. Какой бред. Там синхронизироваться можно. Подождите, не выкидывайте меня отсюда. Захватывать груз. Да, это мы уже знаем, да. Умеем, практикуем. Привет. Я смотрю, ты отключаешься, вот и решила забежать. Небольшой презент. Мы награждаем лучших сотрудников за усердие. Денежных поощрений тут нет, поэтому так. У меня таких 11. А... Бонжур. Конечно. Я передам. Похоже, Оливье хочет тебя видеть. Прекрасно. За мной. Тебе пойдем. На верхний этаж, там все просто. Но вообще новичкам легко заблудиться в здании. Поэтому наши ребята состряпали специальную карту. Проверь коммуникатор. Я отметила там кабинет Оливье. Быстро найдешь. Портретик повесили. Шикарно, шикарно. Отвлечемся пока от пиратов. Оливье славный парень. И имя какое у него интересное, вкусное. А есть у вас в штате винегрет, например? Что мне надо делать-то? Мои файлы. А, ну-ка. Память сотрудника. Путь к успеху. Вернемся. Так, сохранение, подожди. Wi-Fi, ага. Этаж 15 мне надо, да? Или... Да-да, на него. Алло? Да. Тест, раз-раз. Работает хоть? Это Джон, из IT. Мы уже знакомы. Я отлаживал твой анимус. Я тут в Абстерго. Вроде Скотти на нашем звездном пути. Отвечаю за технику. Есть минутка или... О, черт. Судя по трекеру, ты направляешься к Оливье. Ладно. Свяжусь с тобой позже. Есть к тебе одна просьба. Ой, какая красота. Бонжур. Дочка, посмотрим. Заходите, он вас ждет. Вау, вау, вау. Так, с той стороны нету такого. Ой, с этой тоже. Ишь ты. Красотень какую наделали. Форт какой-то, наверное. Оливье велел сразу впустить. Да подождите вы, женщина. Дайте посмотреть. Так, а тут? Ага. А они никак не называются, как-то можно? Нет. Никаких подписей нет. Ладно, я пошла, Оливье Ильевич. О, тут тоже красиво. Ну, я поставлю под угрозу наш флагманский проект только в том случае, если вы мне напрямую прикажете. Эдвард Кенвей. Да. О, у него тут коллекция оружия. Но посмотрите, ведь, как круто. Но ведь Голливуд так клинки. И начинался. С пиратских фильмов.
Дуглас Фэрбэнкс, Эрл Флинн, а у нас доступ к реальным пиратам. Он с кем-то болтает. Именно. Обсудим это на встрече акционеров. Да. Эй, слышь? Хватит болтать. Жду с нетерпением. Привет. До встречи, Летиция. Салю, спасибо, что нашли минутку. Я знаю, вы заняты. Я посмотрел ваши данные. Галеоны захватывают. Мощно. Придется, конечно, почистить кое-где для семейной аудитории. Может, переозвучить Эдварда под Джеймса Бонда, чтобы женщинам нравилось? Классный балкончик, да? Красивый город, правда? Угу. Что ж, я позвал вас сюда обсудить так называемую обсерваторию. В ваших материалах она появлялась несколько раз. Так вот, я прошу вас по возможности собрать все воспоминания о ней как можно скорее. Я бы не стал давить, он сам приз, мне все равно. Но кое-кто из руководства Abstergo Industries тянет из меня жилы. Так, следуйте за цепком по обсерватории, и мы... О, простите, звонок. Я отвечу. Еще поговорим. Бонжурне. Ален, бонжур. Oui, 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 tout va bien. Naturellement. Ты все, дальше будешь болтать. Ладно. Bon, d'accord. Je ne sais pas si... Хороший у тебя кабинет, а? Поставьте мне сюда этот. Аппарат, короче, этот. Я здесь хочу. Это Джон из IT. Есть минутка? Хорошо. Добавляю контрольную точку. Одна твоя коллега ушла в отпуск и забыла отправить мне видео, которое обещала. Поскольку меня бесят все прочие с твоего этажа, надеюсь, ты поможешь. Можешь выудить нужный файл из ее компьютера и передать курьеру. Это просто. Подходишь к ее анимусу, логинишься и качаешь файл. И все. И поторопись. А то и ты начнешь меня бесить. Это ты меня уже бесишь. Своими этими поручениями. Не дают мне спокойно галеоны захватывать. Рыбки, рыбки. Так. Да, терминал у коллеги. Давай, а где это? Делай сессии, ладно? Дверь закрыта? Ха, не проблема. Моя привилегия — первый уровень доступа. Он есть и у тебя. Не злоупотребляй. Фу, всего лишь первый Логинься. Уровень. Логинься, расскажу, что делать. Да ты лох. Хотя бы какой-нибудь пятый у тебя был бы, например. Да я посмотрю, что тут у него еще есть. Ух ты. Анимус. О, фигурки. Низики прикольные. Классно, классно. А у меня такие будут? У меня только одна, по-моему, ассасинская. О, еще. Когда я зайду? Прикольно. Пираты. Логинься, живо. Пошел нафиг. Дай их посмотреть, все интересно же. Угу, разделение мусора. Сохранили, блин. А тут я уже был. А, нет. Или была? Нет. А, повторяются фигурки, да, некоторые? Рисуночек. О. Что-то не так? Классненько. Так, подожди-ка, у меня тут... А что это вот у меня файл какой-то тут вот? Вот это что? Можно что-то сделать, нет? Заметка. Нынешние ложные тамплиеры Абстерго следуют неизменным устремлениям и ошибочно заявляют, что мужчина и женщина — суть... Деликатные, разумные, чувствующие создания, ценные сами по себе, следовательно, заслуживающие удовлетворения, комфорта и удовольствия безумного. Ничто не может быть гаже, лживее, отвратительной, вероломной облетки.
Одна из 20 заметок собрана, обалдеть. Ладно. Что-то не так? Чего ты пристал ко мне? А тут можно как-то это... Подожди, дай свету. Так, подобраться к данным надо в обход ядра. Когда получится, твой коммуникатор скачает все автоматически. Надо как-то обойти ядро, чтобы подобраться к данным. Это что, как смысл? Ой. Так. Что все меня перекидывает? Оп. Подожди-ка. А как я тебе его тут обойду-то? Считай, я не понимаю. Мне надо как-то так сделать, чтобы через него не пройти или что? Я не понимаю, что надо делать, подожди. Так. Сформируйте бесконечный цикл перемещения данных внутри сферы. Когда ваши данные начинают перемещаться в определенном направлении, они будут в нем двигаться до тех пор, пока не встретят препятствия. Блоки телепортатора всегда парные. Когда ваши данные проходят через один из них, они перемещаются ко второму, продолжая движение в прежнем направлении. Нафиг они это сделали вообще, честно говоря, какая-то чушь. Ну и что это? Так. Значит, через середину, правильно. Угу. Чё к чему, блин? Поворот сферы. Ладно, ребят, сейчас я доделаю, потому что, ну, это бред какой-то. Взлом удался. Супер. Файл загружается. Я создал базу данных для всех файлов от тебя. Просто найди в коммуникаторе папку «Мои файлы». Все, что ты загружаешь, можно будет найти здесь. Под защитой, конечно. Привет, пап. Знаешь, забавно. Ты помнишь, как... Я это часто вспоминаю. Особенно, когда работаю, а еще перед сном. Потому что это вроде как успокаивает. Мне было 14. И ты пытался научить меня ходить бесшумно. Помнишь? Следить за тем, сколько шума я делаю при ходьбе. Основы. Сейчас я понимаю, но тогда я... Признаться, я думал, ты из вредности, ну, ты сказал, что поднимешься к себе, сядешь спиной к двери и станешь читать книгу. А я должен подождать минимум 15 минут, незаметно прокрасться наверх и хлопнуть тебя по плечу. Я даже помню, что ты читал «Историю пиратства Джонсона». И ты предупредил, что если я попадусь, придется начинать сначала. И ушел наверх. А я стал ждать. Я все ждал и ждал и ждал и ждал. Я ждал 4 часа, пока не решился. И даже тогда к лестнице я добрался только через 20 минут. А поднимался еще 30. А еще 10 шел по коридору. И вот я уже у двери. Заглянул в комнату. И я так надеялся, что ты спишь. Как бы не так. Ты все еще читал. Я чуть не обоссался. Но через 10 минут я был всего в 5 футах от тебя. И я помню, как раз тогда я опустил ногу, и ты вздрогнул. Совсем чуть-чуть. Но вздрогнул. Что-то мне надоело. Ага. 1 из 33. Жесть.
Ждите-то. Ну, пойдем сюда. Так, стойка. Опять этой фигней надо будет заниматься. Ядром. Пароль? А, надо взломать. Блинский. Начинается. Опа. Тут быстро получилось. Угу. Отчет группы. Посмертный отчет. Справляешься лучше, чем я ожидал. Теперь давай в холл, не тупи. Кстати, не рекомендую смотреть скачанный файлик. Можешь, но тебе не понравится. Когда передашь, сделаем вид, что ничего не было. Ладно? А не то тебя совесть замучит. В общем, курьер должен ждать внизу. Кстати, оно давно там стоит. Надеюсь, ты понимаешь, если умеешь ломать компы коллег, еще не значит, что нужно это делать. Хотя бы не каждый день, а? Я серьезно, это незаконно, так что не дури. Если можешь, конечно. Не взламывать, короче. А что там за это? Не смотри, говорит. А чё как? Выбрать. У меня не выбирается. Это мы почти послушали. Ладно. У них, блин, красивое здание. Не работать. Классно. Что? Ну, у тебя кофе гадкий, тебе есть куда расти. Чего? Нет. Я все делал точно по рецепту. Не договорил. Ладно. Смотри, кто здесь. Значит, встреча все-таки в силе. Просто ты хамло. Бедная Ребекка тут уже полчаса торчит. А ну тихо, не хами. Извини его, кофеин в мозг ударил. Ну, как поступим? Трансфер? Супер, получила. Чек тебе пришлем. До скорого. Пока, Шон. Пока, чао. Только попроси еще бесплатный кофе. Нахалка. Классная, да? Угу. Вернитесь в свой анимус. Ну, конечно. Мне сказали, что курьер уже в пути. Отлично, ты просто чудо. Нет, это перебор. Ты вовсе не чудо. Ты сотрудник. На работе. Но спасибо за помощь. В общем, спасибо. Приятного пиратства. Ой, хорошо, что это закончилось. Я лучше пиратствовать буду. Даже плавать очень далеко на корабле. Буду ворчать, что это скучно, лучше уж так. Ассистанция уровня 2, проект Chantillon 17. Чем-то ходить у них тут по офису. Проект образец 17. Как дела, мужики? Где я мой? А где? Вот. Так. Такая фигурка. А что, их можно как-то посмотреть? Они мигают. Нет? Не знаю, у меня ничего не включается рядом с ними. Эй! Ты куда, на рынок? Нет, я... Родители попросили вернуться, и я хочу к ним. Что значит вернуться? Ты живешь со мной. Прости, Эдвард, но отец прав. Уже нет. На ферме тебе достойно платили. Почему тебе не по душе такая жизнь? Со мной. Достойно? Да это был чистой воды грабеж. Хочешь всю жизнь быть женой крестьянина? Ладно, Эдвард. Ладно. Если ты уйдешь, то никогда не узнаешь, что нас ждет. Кэролайн! Кэролайн! Ушла. Не повезло. Развод и девичья фамилия. Кит. Вставай, Кенуэй. На дереве спит, что ли?
Ты чё как мартыха-то? Тед здесь? Ушел на Галеоне утром. Считает, что здесь в бухте мы можем и сами управиться. Да, здесь можно развернуться. Держать флот, например. А если привести в порядок, так и поселиться можно. Возможно, уговорю жену приехать. А ты женат, да? Перед Богом, да. Жена ушла от меня. Все равно, не болтай об этом. Пираты не уважают тех, кто верен чему-то, кроме рома и разбоя. Клянусь честью. Найдешь что, дай знать. В общем, мы себе неплохое местечко нашли, да? Так. Следовать. Идите за Джесс. А что это? За ней идти, в смысле? Угу. Да я там хотела... Ну ладно. Хотела синхронизацию сделать. Да чё ты где, блин? Не дали даже очухаться. Следуй, всё тут. Эдвард, сюда. Ну? Я кое-что нашел. Ты должен видеть. Меня нельзя подождать, что ли? Ну же, сюда. О! Что? Что тебе надо? Странные вещи, да? Время безжалостно. Может, наследие майя? Или ацтеков? С загадками дружишь? Или, скажем, с головоломками? Не очень. Не хуже других, а что? Я думаю, что у тебя есть дар. Твои суждения и твое понимание мира. Вот уж не знаю. Ты говоришь с загадками, я тебя не понимаю. Эдвард, полезай наверх. Помоги мне. Сосредоточься, Эдвард, постарайся. Забудь про тени и звуки. Смотри в суть вещей, пока не увидишь странное мерцание. Мерцание? Ты понимаешь? Думаю, да. Я такое уже видел. Блики, как лунный свет на воде. Да. Кенуэй, блин. Лежи, давай. Уже, давай. Сосредоточься. Смотри сквозь. Знакомое чувство. Оно у меня с юности. Будто используешь все чувства разом. Видишь звуки и слышишь формы. Вот так фокус. Угу. Сопоставили. В каждом на этой земле, будь то мужчина или женщина, таится особое чутье. У меня всю... У тебя дар, Эдвард. Какой странный. А ценный? За деньги не продашь. Но если найдешь все, тебя ждет награда. Сколько их? Немало, думаю. Сюда. Покажу еще кое-что. Хм. Штук 95. Ой, как много. О-о-о-о, какой кошмар. Стелла Майя. Поставить метку. Я нашел тут еще кое-что. Уверен, ты разберешься намного быстрее. Подожди. А мне сейчас опять скажут, быстрее сократите это расстояние. Все 43. От этого так и веет тайной. Так, сундуки 2 из 10. Хорошо. Хорошо, позачищаю. Как она от меня отстанет? Здорово, а? Подожди, увидишь, что тебя ждет в конце. Мы на месте. Ой, они золотые. Похоже, у господина Дюкаса много тайн.
Взгляни-ка. Какая-то массивная лестница. Да я пособираю, отстань пока как от меня. Думаешь, что там наверху? По барабану. Так, еще два я видела. Ага, ага. А тут что? А что это тут у нас? Контент разблокирован какой-то. Вот это нельзя? Обобрать. Жаль. Thanks. Вместе, что, паруса какие-то открыли мы. Зная Дюкаса, я не удивлюсь, обнаружив там разнообразные орудия пыток. Железную деву или тиски для пальцев. Или даже грушу. Ух ты. А, висит кто-то. Мерзкий способ умереть. Но какой инструмент? А попробуй ключ Дюкаса. Один есть. Осталось четыре. Так. Может, они у тех четверых тамплиеров? Видишь имена? Отправлены убить эти объекты. Это же карта, что я продал Торресу в Гаване. Он сказал, тут отмечены лагеря ассасинов. Не думаешь, что должен их предупредить? Если в твоей груди бьется сердце, а не камень. Я мог бы. Если так, я найду ключи. Плохая отговорка лучше, чем ничего. Сохранили. Так, это мне их надо искать, да? Охота на тамплиеров. Заработать среднее. Ну тут их прям что-то вот много, да? Может быть, с этого чата. Это что там сложно было, что-то написано. Угу. А где много, все среднее? А мы-то где сейчас находимся? Ну, я вот на этих пока поставлю, что ли. Меточку поставлю. Посмотрим. Так, мне нужен... Ты мне нужен. Ну что ж, на этом, наверное, закончу серию. Будем охотиться на тамплиерчиков. Побегу еще тут позачищаю, что смогу. А что нам, зачем туда? Зачем он хочет это открыть? Костюмчик присмотрел. Спасибо, ребята, за просмотр. Встретимся в продолжении. Пока-пока.